Кирыч, давай выходи отсюда. Эй, Вася, куда мы идем? Мы идем на игру Кэтсов. Офигеть, чуваки, мы пришли на маску. Да, честно. Офигеть. Да. Да, короче, после первой части игры команда Cats 76. Болеем. Люто, болеем. Melee, finna set it like a play date, better vacate, retreat like a vacay, mayday. This beat is cray cray, ray j-h-a-h-a-h-a. Laughing all the way to the bank, I spray flames like a... Да, чуваки, короче, мы проигрываем. 27-18, да, 10 очков. Это было довольно неожиданно. Начало было хорошее. Просто расскажи, как вообще игра идет. Игра идет неплохо. В принципе, шанс на победу все еще остается, но, конечно, тяжело. Тяжело. Реально тяжело. Васян, ты в лидерах, ты в лидерах. Давай, забирай быстрее. Васян, хорош. Только лидеры остались. Только с первого забивать. Васян, давай. Сразу плевай. Васян, быстро. Хорошо. Васян! Сам быстрее. О, вообще красота. Это было жестко. Васян, давай быстрее сразу. Поближе подойди. Гуд. Васян. Вас топ-3 осталось. Так, топ-2. Быстрее, Васян! Давай. Что в том два лечили? Пипец, я проиграл первую, последнюю. Так, а где мои кроссовки? Короче, мы проиграли 53-107. Но на самом деле не важно. Важно, что получили все хорошее настроение. Да, Вася? Нет, на самом деле, игра понравилась, было прикольно. То есть чуваки реально умеют, особенно в другой команде. Вот, но что, позитив вообще? Один позитив. Короче, мы сегодня едем играть в хоккей. Я еду играть в хоккей. Вы едете смотреть мой хоккей. Всем приятного просмотра. Баулище. Снимаешь. Идти, хоккей. Да, вот такой. Ну а троечку показать? Троечку, я же теперь третий. Так, этот жирный поехал в Соларена, а мы пойдем в Макдональдс! Зачем мы тогда вылезали? Давайте мы... Это лед. Да, я это лед. Я это лед, все слышали? И вот туда так яхали. И в Соларену, на которой сегодня будет играть наш любимый Иван! Йоу! Мы пришли в Макдональдс! Они в жри, пиздуй. Все. Я обычно пошутил. Я с обычными своими языками буду. Да. А где же фотоаппарат, отец? Легендарный фотоаппарат. Чего, чуваки? Что подними? Телефон, что ли? Хочу в Макдональдс. Заказали 7 миллиардов существ. Чуваки, это горячий шоколад мой.
Мы толсто поели, дубль два. Толсто поели, значит. Дубль три. Мы пошли в какой-то магазинчик под открытым небом. Небо, как вы видите, открытое. Ключик там что-то говорит. Вот тут всякие деревья. Забарье. Идем смотреть забор. Итак, мы идем обратно на игру. Вот там Вала, вот там Короли. Сходили в магазинчик, но, к сожалению, не нашли то, что нам нужно. Мы тут нашли два разных вида хоккея дополнительных. Тут вот идет хоккей с мячиком, мужики играют, но без контакта. Да, Кроль? Не контактируют, нет. Да, получается. Вот. На другой арене. В принципе, в зале три арены, на другой арене играют девочки. В такой хоккей у них у плюшек нет крюков, и они играют кольцом. В общем, приколдес. И на первой арене там тоже такая же система. Вот. Так что прикольно. Ну, чуваки, начинается игра этих чувачков. Так началась игра, ничего не видно, поэтому вот игра, в общем, началась. Жесточайший редкий кадр, к нам упала шайба, вон она там черненькая лежит такая. Вот кролик стоит. Ван. Да, ван там, его не видно, ни хрена. Второй тайм закончился со счетом 1-1. А вон там, счет на табле. В общем, забили эти черные чувачки, счет 3-2. Мы проиграли. К сожалению. Брелочка для раздевалок просто обворожительная. Но мы проиграли, но ничего страшного. Да. Ваня забил, Ваня молодец. Снимают. Ты хоть что-нибудь сняла? Я сняла твой гол. Да? Да. Наверное, хреново, но нормально. Нормально, хоть как-нибудь. Ну как, нормально?